Добрый вечер, мэм. Пожалуйте в Беллу. Спасибо. Что ты тут делаешь? Хочу позаимствовать у него тачку и ключи от дома. Ты рехнулся. Если разобьешь его тачку, он тебя убьет. Я ее не разобью. Слушай, позвони, когда соберетесь уходить. Я приконю ее, и мы встретимся в клубе. Ну нет, братец. Найди себе другую. Спасите. Мэм? Спасибо. Не желаете ли что-нибудь из бара? Вашего лучшего шампанского. Принесите бутылку. Пожалуйста. И принесите устриц. Слушаю, сэр. Должен сказать, я был в Экс... Экс... Я был так рад, купив тебя на аукционе. Ей-богу, мне крайне редко выпадает счастье наслаждаться обществом таких утонченных дам. О, боже! Этот грибок доконает меня. Я преклоняюсь перед твоей возвышенной натурой. Ох, шмонит. Перед изысканностью твоих манер. О, боги, не как залысинец. Я очарован твоей красотой. Твои пышные формы напоминают о холмах Италии. Извини. Так ты сказал? Все, все, прекрасно. Спасибо. Спасибо. Вы уже выбрали? Да, я возьму цыпленка. Только белое мясо. А для дамы, может быть, салат? Может быть, нет. Хочу бифштекс и побольше лука. Свиные котлеты, спагетти с чесночным соусом, картошку фри, уксуса не жалейте, а еще лук в тесте и кучу-кучу кислой капусты. Ты когда-нибудь ела устриц? А ты знаешь, что устрицы афродизиак? О, прости. Язык у меня большой. Обалдеть! У тебя и аппетит, оу! Какой-то забавный! О, боже! Знаешь, мне нравятся упитанные дамочки. Такие мягкие, как подушечки. Я бы очень хотел, чтобы ты пришла ко мне на матч. Нет, спасибо. Я видела твою игру. Не фонтан. Извини, я самый результативный игрок. Да, талант большой, но пропадает из-за скандалов и обычной лени. Нет, ты сам прикинь, на штрафных бросках промахов больше половины. Так? Сколько раз ты упускал мяч? Без счета. И вдобавок, ты не попадаешь в корзину издали, так что... извини. Никто не проявлял ко мне такого интереса. Ты моя птичка. Вдруг громкий пук. Детка, мы с тобой точно поладим. Ответный зал. Чудная атмосфера. Сейчас тошнит. Упоительная атмосфера.